Жор, и ты уже стал позером перед камерой. Куда? А ну-ка быстро. Хочешь ты? Сиди тут на коврике. Настрогал же или нет? Вы думаете, что он сбежал тогда от Мирки? Помните? Убегал. Ответственности побоялся. И со страху дернул. Но потом его вернули опять к супруге. Все. Теперь он осознал и радуется, что будущий папаша. Притих. Сейчас крутился перед этим. На коврике. Ну что ты расскажешь? А? Как жить будем? Детей будешь воспитывать? А? Или на Марсика все сдашь, свалишь? Он такой, он примет, конечно. Жорк, ты кто будет воспитывать детей? Чего молчишь? Марсик и тебя воспитал тоже, выненчил. Придется ему, наверное, и твоих детишек тоже воспитывать. Куда денешься? А? Что? Ален Делон. Ну что? Сколько там маленьких жаресиков в мирочке, а? Пустил. Сколько штучек? Ты планировал хоть или как? Или как получится? Жорка, с кем разговариваю? Чего отвернулся? Смущается? Папашка, чего засмущался? Сколько строганул? Там, судя по животу, наверное, штук 5 у Мирки-то. Постарался. И в кусты сразу. Раз и... за забор. А так бы нашли б тебе, алименты б застали платить. Да чё? Таких знаешь, сколько убегают от семей? Ты не первый. И чё б там делал бы? Других бы строгал. Других. С котами бы. Что вы все делаете? То и вот. Котами бы там бы семью заводил бы. Любишь с котами драться? С собачками, наверное, побаивается, что могут еще и навалять. А коты что? А коты, кстати, тоже опасны. Ну что? Мирку запустим, да? Что, она там сходила уже на улицу? Пусть они вместе тогда. Корзиночка маленькая для них. Надо корзиночку расширять. Уже двухместную покупать. Вон, они в нее не помещаются. Это он просит прощения у Мирочки. Говорит, Мирочка, прости меня, что я сбегал от тебя. Неразумный был. Шли я под хвост, попала. Моча в голову стукнула. Бес в ребро. Нет, бес это когда старый. Бес это у хозяина. Да? Да. Откуда ты знаешь? Оттуда. Вот ты все знаешь. Ну а как еще? Объяснить его поступок, что это. Вы, мужики, вам виднее. Так, что ты там сиську сосать? Жорик,
Ну, что делает? Спрашивает, а кто папашка у Мирки? Пока еще папашки нету, пока есть, ну, можно сказать, муж тогда, что ли, как-то, Жорик. Папашка это уже когда детишки появятся, тогда он становится папашкой. А пока кто? Муженек. Ну, ласковый, ну, симпатичный, ну, вот какой заботливый. Чувствует, наверное, что там его детишки. Мирон тоже на диван не может запрыгивать. На руках ее поднимаю. Ну, такая вот семейная парочка. На белом ковре. Белый Жорка. И бело-черная Мирка. Она как серая, но на самом деле она не серая. У нее просто много черных пятнышек. И они придают ей вид такой серой. Серая мышка. Ну, Мирка, конечно, не мышка. Мирка, скорее, мамашка будущая. Вот мы все гадаем, а сколько ж там жаресиков. Ну, все может быть. И 3, и 5, и 2. Ну, один-то точно, наверное, не будет. Ну, Мирка уже живот ее тянет. Гравитация, видите, к ковру. Еще иногда прыгает, бегает. Не соображает что. Я представляю, что у нее там в голове. Скажет, кто же у меня там шевелится? Еда, что ли, шевелится? Она же не понимает, что там у нее маленькие детишки. Она думает, что это еда, что это блины там с ногами бегают по животу. Ну реально, вот так вот. Я как-то смотрел передачу какую-то, там тоже, ну раньше люди не знали же, что откуда дети берутся. Во-первых, процесс происходил 9 месяцев назад, и они никогда не связывают. Появляются дети, и все. Откуда они появляются? Потом уже, конечно, догадались, выяснили, что от чего. А собачки-то, они тем более, ну, может быть, какое-то у них чувство есть, может быть, какая-то интуиция подсказывает. Понятно, что в инстинкте у них заложено воспитывать, кормить детей. А вот будет ли Жорка приносить еду, будет ли он делиться колбаской с Миркой, отдаст ли он свою жопку, ну не свою, а принадлежащую ему колбасную жопку, отдаст ли он Мирочке, поделится ли он с ней. Ну посмотрим, время покажет. А вот коробочка, в которой была Мира, сейчас я принесу. Сейчас, идите тут. Помните эту коробочку? Мирка в ней спала. Вот так залазила туда и спала. О, ты запрыгнула на диванчик. Не разрешай ей прыгать. Ну вот, пока я отвернулся, она запрыгнула. Она ж, я помню, по этому ящичку залазила. Вот я так ставила, так вот. И она спускалась по нему. Так, Жорик, аккуратненько. А сейчас, видите, голова еле залазит туда. Ну вот, занесли обратно манежку ихнюю. Ну а здесь, может быть, маленьких жаресиков будем складывать. Ну, как типа тоже такой детский вольерчик.
Ну что? Какой нежный кавалер. Я уже зашел, видите, куда? Он уже цветок уперся, а тут вон сидят невесты. Ну, не мои, конечно, нет. Это подружки Виктории. Видите, маленькая, большая, побольше и самая большая. Дора, Лера, Катя и Нюра. Вот они. А это Мирка, а это Жорка. Это я. А это ты. А это Виктория. Вяжет что-то там. Что ты, маленьким детишкам что-то вяжешь? Ну, у меня же внучатый племянник скоро. Да? Это кто? Деньги, сын, да ты что? Я не знал даже. Вон как. Ты уже скоро бабушка будешь, да? Да. Дважды бабушка. Ты Жорику бабушка. Так, Жорик, ты не свали Мирочку, а то она сейчас, вон, об эту коробочку. Давай, дорогой, все, а ты слазь, и не надо меня кусать. Защищай, глянь, глянь, что делает, Вик. Глянь, видал, разошелся, папашка, глянь. Мирочку хотел погладить, так он прям меня за руку. Понятно, что он играет. Ну, больно. Мир, да куда же ты на Мирочку? Жорка. Слазь. Так, Мирочка. Не хочет. Мирочку надо выключать камеру и спускать. Ладно, запрыгивать-то... Она еще запрыгивает, а спрыгивать мы ей, конечно, не разрешаем. Но она глупенькая прыгает. Ну, вот такие вот игры. Ну ладно, вот показал. Мирка какая. Сколько? Сколько я примерно, Вик, осталось до родов? Две недели. Примерно две недели. Так, ну, по нашим подсчетам. Мы так примерно ориентируемся. Когда у них стыковка была этих аппаратов. Помните, станция Мир есть такая? Ну, на орбите летает. А это вот наша станция Мира. А это спутник Жорка. Это Аполлон. О, а я же, ну как же сказать? Аполлон, да. Вот так и видео назову. Космический корабль. Аполлон и межпланетная, не, не межпланетная, космическая станция Мира. Ну, примерно такое вот название. Так, выключай, сейчас они там. А это он хотел, слышишь, что дважды отцом стать. Ну, ладно. На этом я видео и заканчиваю. Все. А то не равен час еще дважды отцом будет этот Жорка. Да, да. Все.